Добрый день, мои дорогие друзья. Мы сегодня с Лизунькой приехали на базу отдыха, на которой я была неоднократно уже. И вот сейчас я Лизу привезла сюда. Хотела ей показать, где я загораю. И показать котиков, котят, которые здесь все время были. Но сегодня что-то их нет. Москвичи ловят последние лучи уходящего лета. Это Лиза на качелях. Прямо здесь продают мороженое. Мы наконец-то нашли свое любимое в апельсиновой глазури. Ну, как тебе апельсиновое? Вкусное. Так быстро пролетело лето, что даже не верится, что вот уже через несколько дней осень. Лизунька, конечно, у нас любительница всех этих детских аттракционов, качелей, каруселей. Мы с Лизой позагорали часик, поели мороженого вкусного, апельсинового. Но вы знаете, котят нигде нет. Или их уже кто-то усыновил, удочерил. Или они спрятались куда-то. Ну вот, мы уже уходим. Но так с котятами и не повстречались. Сегодня выходной день. Сегодня очень много семейных отдыхает. Детьми, и все катаются на лодочках. Ну, не все, но сегодня очень много на лодках прогуливается по реке. И еще что плохо, сегодня мы не увидели уточек, которые здесь всегда были, всегда. Целое семейство уток, и сегодня их опять нет. Все, мы нашли утят. Вот они, голубчики, но это не вся семья. Что-то втроем они остались. Их было штук 9 или 10. Видишь, как он лапками гребет, как ласты.
Дорогие друзья, на этом я прощаюсь с вами. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами была Галина. Далее, дальнее.